Защитник «Торпедо» Теодор Ленстрем вызван в сборную Швеции для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. 27-летний игрок обороны стал четвертым представителем нижегородского клуба на главном спортивном соревновании четырехлетия. Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине. Сборная Швеции на групповом этапе сыграет в группе с командами Финляндии, Словакии и Латвии.